Всем привет! Давайте посмотрим на игру под названием Trappist. Действие игры будет происходить в космосе. У нас будет в распоряжении летающая космическая платформа, на которой будут заморожены наши колонисты находиться в капсулах, криокапсулах. Мы их будем размораживать и с помощью наших кораблей космических будем колонизировать планеты в системе Trappist. Давайте же начнем новую игру на нормальной сложности. Вот она, наша космическая платформа. И на ней у нас криоподы имеются, в которых находятся наши колонисты. Тут у нас... Тут у нас обучение такое небольшое. У нас имеется два корабля космических. Собственно, сама платформа и система с звездой Trappist-1. Окей, нам что нужно по квесту? Нам нужно убрать вот эти вот обломки. Убираем обломки. Они дадут нам ресурсы, насколько я понял. Окей, построить два здания здесь, которые будут обеспечивать базовыми ресурсами нашу платформу. Тут идет процесс обучения. Нужно нам освободить наших колонистов. Пошел процесс высвобождения. Что у нас тут? Вот 3 человека уже, 4 и так далее. Хорошо, это мы сделали. Что дальше? Нам нужно исследовать вот эту вот пустынную планету. Отправляем корабль, и он начинает исследование. Хорошо, отлично. Давайте немного ускоримся, чтобы корабль побыстрее исследовал. На первый взгляд игра немножечко, конечно же, сыровата. Тут и со звуками есть многие недочеты. В плане графики есть к чему, конечно же, придраться. Но в целом задумка интересная. Надо будет, конечно же, подождать. Может быть, что-то и получится из этого всего. Довольно, может, годный проект получится. Let's go! Нашли мы территорию, которую можно заселить. Строим здесь центр дронов, склад наш. Строим порт, космопорт. Тут имеется возможность ресурсы разные привозить. Давайте отправим корабль на базу, на платформу нашу. Загрузим его ресурсами. Людьми. Ресурсами. Так вот. Все, отправляем. Heaven, наша первая колония называется. Теперь нам нужно построить базовые такие здания в самом начале. Разгружаем ресурсы и строим, собственно, нашу базу. Строим домики, в которых будут жить наши колонисты. Тут у нас может жить 8 колонистов. Хорошо. Отправляйся на базу.
Далее, нам нужно построить water pump. Строим water pump в области, где могут до нее достать дроны. Вот так вот. Potato farm построим. Вот так вот. Наверное, две water pump построю. Далее, нужно построить нам ветряную мельницу. Да? Ветряк для производства энергии. Вот он дает 8 энергии. Тут еще до сих пор процесс обучения идет. Здесь мы будем разбирать все это дело. Людей мы, конечно же, загружаем. Возьмем немного ресурсов, еды и воды для наших поселенцев, чтобы они с голоду не померли, пока первые ресурсы здесь начнут добываться. Продолжаем строительство. Нам нужно выгрузить здесь людей. Вот все. Выгружаем воду. Картошку выгружаем. Окей. Здесь можно читать справа, что по поводу разных ресурсов нам рассказывают, что нужна еда и вода для жизни, для выживания наших людей. Тут можно строить вот storage депо, еще одно, но оно требует вон компьютерные чипы. Окей. Потом обязательно построим также вот солнечная панель для производства энергии. Нам открылось производство вот этих вот стройматериалов. Нам нужно 4 песка и 2 воды. Хорошо. Вот здесь мы можем добывать 2 песка. 2 песка можем добывать и будем добывать. Хорошо. Раз. Два. Это уже 4. 4 энергии необходимо. Добавим еще один ветряк. И построим завод по производству стройматериалов. Но я бы хотел 2 завода построить, чтобы больше еще добывалось всего. Единственное, хватит ли мне ресурсов на это все дело. Очень надеюсь, что хватит. Раз, два, три. Вот так вот сделаю. Все, окей. Надеюсь, вот это одно депо сможет содержать все это дело. Нужна энергия. Пока хватает ресурсов на все это дело. Ставим энергию. Теперь не хватает людей. Окей, отправляемся сюда. Здесь мы выгружаем людей. Так, я что-то не то нажал, получается. Вот так, выгружаем. Все. Пошла выгрузка человечков. Нужно 60 популяции Heaven отправить. Давай, отправляйся. Надо тут еще построить домик. Загружаем сюда людей. Лети назад. Уже 32. Нужно, я так понял, 8 домиков таких построить в идеале. Но у нас закончились стройматериалы. Сейчас посмотрим, можно ли здесь найти. Да, вот есть у нас стройматериалы. Благодаря разборке ресурсов мы... разборке капсул вот этих вот мы получаем ресурсы. Разгружаемся. Строим еще. Раз. Два. Окей, хорошо, вроде хватает. Я бы еще, наверное, построил water pump. Можно поближе, наверное, строить.
криво построил, ну ладно. Одну ватерпамп построю. И одну картошку еще построю. Ферму картофельную. Вот так вот. Все окей, чтобы еды уже наверняка хватало. Сколько нам нужно? Нам еще нужно две палатки построить. 48 мест. Угу. Построим две палатки. Эти вот два домика. И привезем сюда людей. Необходимое количество. Ага, нам нужно еще одну капсулу освободить. Можем, кстати, заниматься исследованием других планет в это время. У нас такая возможность есть. У нас еще один самолетик просто стоит без дела. Пускай полетает. Так, сейчас загрузим человечков всех. Все? Нет? Еще не все. Это вроде бы все. Летим сюда. 60 популяции. Нужно сделать обязательно. Ага, тут уже можно забирать, кстати. Стройматериалы некоторые. Что дальше? А дальше нам нужно исследовать еще, получается. Двух человек я... Ладно, улетаем. Тогда не будем выгружать этих двух людей. Выгрузим их на платформе. Тут как раз требуются рабочие в эти здания. А, тут прям много колонистов осталось. Ладно. Исследуем тогда новую территорию на пустынной планете по квесту. Тем временем наш второй корабль исследует другую планету. Что мы можем еще построить на Хевене? О, у нас открылись новые здания. Всякое кофе можем делать. Но у нас нет пока ресурсов на все это дело. Ладно. Тут вот есть перечень ресурсов, которые можно добывать на этой планете. Кстати, у нас здесь Heaven есть, да? Не вижу. Ладно. Есть, открыли мы территорию новую. Летим туда. Тоже пустыня, естественно. Строим дроны. Строим космопорт. И у нас здесь имеется нефть. У нас здесь есть нефть, но получается воды нету. Можно почитать, что у нас тут, о чем говорится. Нам нужно, получается, заселить следующую колонию. Что тут? А у нас уже картофеля здесь очень много. Где наш второй корабль? Лети назад. Что нам нужно сделать, по сути? Получается, сейчас по квестам.
Ищите образцы возле гейзеров в Хейвене. Исследуйте второе место в пустыне. Ну, второе место я исследовал. Это образцы искать. Не знаю, что это значит. У нас задача сейчас обустроить вот это второе, вторую нашу колонию. Берем людей, берем стройматериалы разного рода и летим в новую нашу колонию. Хорошо, здесь начинаем тоже строительство. Сейчас выгружу. Так. Начинаем строительство с домиков также. Нужно построить два домика. А, тут в один домик даже поместились бы. Окей, самолет улетай, корабль космический. У нас здесь, получается, нет ни воды, ни картофеля. Надо наладить у нас доставку. Доставку наладить еды. Получается, как мы это сделаем? Сейчас сразу возьму немножечко, чтобы было. Воды мало тут. Возьму тут побольше ресурсов. Отправлю сюда. Доставку ресурсов. Выгружаем все самое необходимое. Что еще тут построить нужно? Энергию надо будет строить. Oil jack. Энергию начнем тогда с постройки ветрогенератора. И oil jack. Давайте строить. Начинаем возведение построек. Сколько он у нас? Две нефти добывает. Так вот сделаю. Дальше, что нам нужно? Нам нужно эту нефть как-то преобразовать вот в топливо. 8 необработанного. Так, 8 преобразуется в 2. Очень много стали потребуется. А, здесь, да, вот, стальные балки нужны в больших количествах. И нужны, естественно, колонисты. Отправляемся. Энергии не хватает. Торговый маршрут мы сделаем таким образом. Нажимаем сюда, на корабль. Ну, отдаляем, нажимаем на корабль. Потом Heaven. Выбираем ресурс. У нас будет тут вода. Пятерочка. Картофель. Пятерочка. И, наверное, вот этот вот строительный материал будет тоже пятерочка отсюда вывозиться. Будет она... выгружаться в арк, получается, и будет выгружаться вот сюда. Так вот. Потому что в арке нам тоже нужны эти ресурсы, чтобы люди здесь, которые находятся, они не померли с голода и от обезвоживания. Все, вроде пошло дело. Единственное, надо в Хевене побольше производства воды организовать. Раз. Энергии не хватает. Тут пока стальные балки есть, поэтому сильно переживать насчет этого не стоит. С помощью ветряков мы недостаток энергии уберем. Да, воды здесь ноль. Надо, чтобы вода добывалась в больших количествах.
Нам нужно людей перевозить. Давайте мы людей будем высвобождать из капсул, из криокапсул. Вот корабль потихонечку сюда перевозит ресурсы. Как только здесь ресурсы накопятся, они будут поступать потом в грейвьярд, в колонию. Пока что я, наверное, вручную буду перевозить. Мне лень переделывать. Полетели сюда. Потому что вода здесь скоро закончится, и картофель тоже скоро закончится такими темпами. Все. Нуждаться в еде и воде они еще не скоро будут. Так, мешаем, да? Разгружаемся. Хорошо. У нас здесь чего-то не хватает. Энергии не хватает. А я остальные балки не привез. Но у нас здесь есть нефть. И вроде как здесь есть... Да, вот потребляет нефть и выдает 60 энергии. Сейчас надо будет слетать за стальными балками. Они у нас, по-моему, в Хевене были. Или даже вот здесь есть. Нам-то много не нужно этих балок. Все, полетели сюда, назад. Выгружаем все. И поставим мы пауэр-генератор. Эх, опять промазал. Ну ладно, ничего страшного. И тем самым можно теперь убрать вот этот ветряк. Правда, мы потеряем стальные балки, к сожалению. Ну, ладно. У нас энергии здесь более чем достаточно. Строим еще один домик. Выгружаем людей. Так. Что нам еще нужно построить? Нам нужно построить... Oxygen Botting Plant. Вот этот вот. Строим это здание. Свежий воздух, да. Будем вырабатывать свежий воздух. Он вырабатывается из пластика. Нам нужно организовать производство вот этого самого пластика. Пластик у нас делается из... Вот этого вот топлива обработанного. Вот огромный завод. Ладно, построю его поближе к дронам. Итого, у нас получается. Производится нефть. Тратится сюда немножечко, половинка. 4 производится. Но вот этот вот много нефти очень тратит, потребляет. Поэтому нужно будет еще. Он аж 8. Это 4 установки должны на вот этот завод работать. Угу. Сейчас нужно сюда еще остальные балки привозить. Блин, остальных балок не так-то много остается. Ресурсы подвозятся хорошо. Нужно будет по-любому людей еще туда перевозить. И строительные ресурсы тоже надо будет перевозить. Наверное, стальные балки тогда из Хевена повезу. Тут вроде есть. Да, тут есть стальные балки. Повезу отсюда.
Ой, это не тот корабль. Вот 28 стальных балок. Отправляемся. Сюда летим. На базу. Возьмем людей. Строим материалы. 18 человек вроде бы должно поступить к нам. Всего из капсул. Да, 18. Нет, еще. Еще 20 человек. Двадцать четыре человека. Все, разбираем капсулу, криокапсулу, берем ресурсы и летим на нашу сюда вот, на нашу колонию. Врезались корабли космические, но ничего страшного, повреждений не нанесли друг другу. Надо здесь сейчас построить еще тогда домики. Это по-любому нужно будет делать. Так, еще. Уходим пока в сторону. Продолжаем строить Oil Jack. Вот так вот мы обеспечиваем потребность вот этого завода. И теперь еще дополнительно один построим для обеспечения энергии. Вот. Запас в людях у нас тут есть. Что по поводу еды? Картофель пока есть, вода пока есть. Пластик особо не делается, потому что, похоже, не успевает. Ладно. Здесь пока не нужно ничего. Что у нас еще есть по квестам? Нам нужно Iron Ore найти. LG Farm еще нужно построить. Это что у нас? А что это за ферма такая? Можно еще вот из песка делать силикон. Из песка можно делать силикон. Угу. А получается, из силикона можно делать компьютерные чипы. Окей. Силикон я могу делать и в Хевене, по-моему. Из песка. У меня здесь, правда, вообще ресурсов нет. Все увозится. Что мне нужно для производства силикона? Сейчас. Раз. Два. Так, сделаю. Дальше. Четыре вот песка. Будем делать два силикона. Единственное, здесь энергии не хватает. Попробую пока строить ветряки. Хотя это... А, вот... Солнечная панель из силикона делается, поэтому можно будет экономить сталь, строить вот эти солнечные панели. Но для этого нужно пока хотя бы одну построить, еще один ветряк построить, хотя бы одно производство силикона построить. Здесь у нас стальных балок нет, летим тогда сюда. Дефицит стальных балок, это очень плохо. Стальные балки пока есть. Вот 18, я думаю, возьму. И немного еще. Стройматериалы туда-сюда вожу. О, пока так. Здесь у нас что по... Вода копится. Картофель копится. Строительные материалы, ну, медленно, но копятся. Ладно. Строю один ветряк. И получается силикон.
Ух ты, какое маленькое здание. Производит силикон. Ладно, вот так поставлю. Интересно, дронов хватит здесь на все здания? Все, силикон будет производиться. Людей пока хватает. И с силиконом можем чипы делать. Но для этого нужно 20 энергии. Обалдеть. Пускай силикон накопится, и я солнечные панели понаставлю, чтобы не тратить нефть, сюда нефть не перевозить. И поубирать ветряки, сталь получить. Вот они наши ресурсы, которые доступны жителям. Нам нужно найти где-то железо, залежи железа. Какую мы там исследовали планету, я не помню. Джей Фарм on the Ark. А, мне нужно на Ark построить вот эту ферму. Вот она. Ферма, ну, типа водорослей, я так понял. Мне нужно 4 энергии и 2 колониста. У меня энергия закончилась. Короче, нужны колонисты. Четыре колониста надо. А, и 4 сейчас нужно, и 2 в запасе. Чтобы было. Раз. 2. Все, окей, хорошо. Строим тогда. Блин, нужны еще стальные балки. У нас исследование идет? Нет, не идет. Тут, похоже, ничего нет интересного. Летим на Heaven. По-моему, у меня там были стальные балки. Ждем, когда произведется достаточное количество силикона. 3 пока что. А нужно для... 4 силикона для одной солнечной панели. Так, стальные балки берем. Отправляемся сюда на арк. Три. Вот один есть. 2 уже даже силикона есть, но дроны не успевают их перетаскивать. Сейчас притащит, и я... Ладно, пускай копится. Не буду пока трогать. Пускай копится. Все, сюда мы припарковываемся. Выгружаем ресурсы. И строим, что нам нужно по квесту. Вот так вот. Все, здесь мы делаем из воды и этой нефти, да, чистую воду. Нефти у меня здесь нет. Можно, кстати, где у меня корабль? Ой. У меня он стройматериалы сейчас возит. Можно стройматериалы перестать возить, а возить, допустим, нефть. Тогда будет делаться и сюда можно возить, почему нет, если заполнится. Сюда можно возить нефть и будет делаться чистая вода. Посмотрим вообще. Нефть вот не загрузил, потому что, скорее всего, неправильно я сделал. Получается, что отсюда должна нефть идти. Он здесь должен загружать, а здесь выгружать. Вот так вот. Все же мне до сих пор надо... Взял нефть.
Нет, не взял. А вообще нефть есть в запасе? Ну, вот здесь пятерочка есть. Но ее недостаточно, надо еще построить. Больше нефти добывалось. Так вот. А может даже еще надо будет строить. Вот пятерочку забрал. Что у нас не хватает? Воды не хватает. Загружаем воду. Максимально везем сюда. Пока у нас люди там не померли. Вот так вот. Все, лети назад. Картошечка выгружается, а вот воды не хватает. Похоже, что нужно еще производство воды на Хевене увеличить. Да, слишком мало воды добывается. Снова стальные блоки нужны. Капец. Ладно, строю солнечные панели тогда. Раз. О, даже две могу построить. Классно. Сейчас вот этот уберу. Построю еще один водяной насос. Хорошо. Вода должна теперь получше накапливаться. Будем пользоваться солнечными панелями. А, он сюда нефть выгружает. Можно, кстати, ну, и не солнечными панелями пользоваться. Ладно, сюда тогда не выгружай нефть. Очень неудобная вот тут система. Все, нефть тут не выгружай. Где у меня второй корабль находится? Здесь. Где мой второй корабль? Вот он. Воду разгружаем. Стальные балки загружаем. Блин, надо искать сталь где-то. Исследовать планеты. Искать сталь. Не помню, какие я исследовал, какие нет. Красная, зеленая. Чертания у них разные. Тут зелененькая, полетим на зелененькую. Что у нас? Началось производство? Да. Началось производство чистой воды. Это радует. Очень хорошо. Нам бы еще корабли пригодились бы. Но чтобы... Что не хватает? Ой, неудобное тут управление, конечно, с помощью горячих клавиш. Кислород тут полный. Заполнен кислород. Да, я вижу. Сюда нужно наладить доставку чистой воды. Могу я одним кораблем тут обеспечить все это дело? Похоже, что нет. Нет, не смогу. Три всего лишь ячейки у одного корабля. Мне нужен еще один корабль. А что там нужно для корабля? Shipyard. 12. Ого. 12 балок нужно. Обалдеть. И, наверное, еще на постройку самого корабля нужно стальные балки. Надо искать железо где-то. Вот у меня сейчас... Корабль ищет вот на других планетах нужно поискать Iron Ore и основать, я так понял, колонию. К
квесты не совсем понимаю я, что нужно делать в этих квестах. Написано, исследуйте второе место на пустынной планете. Я исследовал. Ищите образцы возле гейзеров в Хейвене. Какие еще образцы возле гейзеров? Вот это гейзеры. Какие образцы искать? Непонятно. Странно, странно. По квестам тут похоже, что не совсем правильно все отрабатывает. И жаль, что здесь между колониями нельзя переключаться. Очень неудобно вот пробелом нажимать, выходить на вид планеты, а потом нажимать еще раз, чтобы выбирать нужную колонию. Что у нас тут по силикону? 10. Придется переходить на солнечные панели. У нас там исследование произошло. Тут тоже похоже, что ничего нет. Странно. Вроде исследуем, но ничего не находим. Гейзеры. О, вот что надо было искать. Geology Point мы заработали. Угу. Вот оно что. Вот что от меня хотели. Оказывается. Geology Point. Тут, значит, на картах можно искать какие-то эти вот ресурсики. Угу. Все, теперь я понял. Ну, надо было, скорее всего, просто прочитать. Но так как у меня с английским не очень хорошо, поэтому как есть. А здесь что? Здесь тоже можем что-то найти. Да. Построить Research Lab нам нужно. Я, наверное, на Хевене построю Research Lab. У нас людей побольше. Ага, нужны чипы компьютерные и много стали нужно. Обалдеть. Я-то построю Research Lab, но мне нужна сталь. Где мне добывать сталь? Просто скажите мне, пожалуйста. Вот здесь, может быть. Я исследовал эту штуку. О, еще можно понажимать. Зима называется планета. Зима. А здесь я могу что-нибудь понажимать? Похоже, что нет. А вот эти летающие я могу, спутники этой планеты, исследовать? Ну, вроде нет, не могу. А вот еще планета. Тут вот спутники. Давайте сюда полетим. Это у нас планета X. Что у нас здесь по ресурсам? Воды много. Картошка уже заполнилась. Это значит, что сюда картошка теперь будет поступать. Да, картошка вообще полная. Тут все. С водой есть некоторые проблемки. Пластик есть. Топливо есть. Кислород есть. Но пока не хватает мне кораблей, чтобы все это транспортировать, наладить логистику. Для этого мне нужно
найти, где добывать сталь. Вот сейчас летим сюда. Там вроде все исследовал. Я и лабораторию толком не могу построить из-за того, что отсутствует сталь. Летим тогда на исследование. Х2 поставлю скорость. О, начинает исследовать, хорошо. Рокки 1. Пускай исследуется. Тут уже заполнились эти ресурсы по максимуму. Давай, пока ты будешь в ручном режиме курсировать, заберем немного стройматериалов отсюда. Иди туда. О, мы нашли Iron Ore. Отлично. Это очень хорошо. Как же неудобно здесь вот это построено. Система транспортировки. Хорошо, нашли мы Iron Ore. Попробуем приземлиться сюда. Ледяная планета, да, это у нас такая вот. Окей. Тут у нас лед. Ну, лети на базу, все равно. Что можно здесь строить по ресурсам? Айсгриндер. Можно, получается, здесь растапливать лед, получать воду, насколько я понял. И у нас Iron Mine. Нужно, ну, колонисты нужны, нужна энергия. И нужны стройматериалы. Получаем Iron Ore. И дальше стальные балки нужны. Много энергии потребуется. Окей, где у нас наш самолетик? Где он? Куда он делся? Почему он не вернулся на Арк? Я же его вроде отправил на Арк, как мне казалось. Ну, вот этот тут возит картошку, воду. Что у нас тут по населению? 64 человека. Здесь у нас 54 человека. Здесь у нас что? Чистая вода производится? Да, вот много чистой воды. В идеале, конечно же, завести надо чистую воду. Давайте заведем тогда. Завезем чистую воду по нашим поселениям. Давай Heaven завезем сюда. Выгрузимся. И завезем сюда. Здесь мы загрузим эти стройматериалы. Загрузим людей первых. И надо силикон загрузить. Тут мы выгружаем воду тоже. Все, отправляйся назад. Неудобно. Все. Силикон надо нам загрузить. Здесь силикон, да? Силикон для постройки солнечных панелей. И отправляемся сюда.
вот сюда. Outland. Взяли немножко людей, но надо будет, конечно же, людей побольше сюда привести и разных ресурсов побольше. Но самое главное, да, наладить производство стальных балок. Если мы наладим производство стальных балок, то у нас будет производство налажено стройматериалов, стальных балок, а остальное уже, так сказать, можно будет потихонечку организовать. Надо будет строить корабли, которые будут заниматься транспортировкой ресурсов. Будем уже в будущем, как только разберемся с производством базовых ресурсов строительных, будем уже заниматься именно более такими конкретными, ну, более сложными ресурсами будем заниматься. Разгружаемся. Строю. Что? Компьютерные чипсы? Чипсы здесь нужны. Чипы компьютерные нужны здесь. Обалдеть. Ладно. По ресурсам. Колонисты нужны, естественно. Раз. Сколько? Два Iron Ore будет добываться. Тут 4 Iron Ore. Угу. Вот так вот сделаю, и нужно еще энергии. Как раз хватает силикона, блин, как раз хватило один в один. Чипы нужны, обалдеть. Вот это поворот. Ладно, улетаем тогда. Надеюсь, люди не помрут с голоду в корабле. Почему они не летят, корабли, на арк? Я же вроде нажимаю на арк вылететь или просто на орбиту вылететь. 55 людей у нас здесь. Ну вот, водичка есть, хорошо, отлично. Они довольны, тир 1 заполнен полностью у нас тут у человечков. Пластик тоже заполнен, я смотрю, до конца. Ну, нужно вручную ресурсы отсюда повывозить на базу, а потом их уже распределять. Что ж, вот такая вот игра. Вот такая вот игра под названием Trappist. Это был, ну, некий такой первый час в игре. На этом все. Если вам понравилось прохождение, ставьте лайки, пишите комментарии. Если наберется хотя бы 50 лайков, я выпущу продолжение по этой игре побыстрее. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем пока.